Всем привет! С вами Информ ТВ. Анастасия Заворотнюк поставили ужасающий диагноз рак мозга после того, как появилась на свет ее младшая дочь Мила. Близкие все еще не комментируют этот факт, но журналисты нашли документальное подтверждение заболевания звезды. Заворотнюк наблюдается в центральной клинической больнице. С января 2019 она лежала в филиале в подмосковной Барвихе. В справке, которая размещена на одном из порталов, рассказывается, что 49-летняя актриса проходила наблюдение в онкологическом центре с 21 января с диагнозом глиобластома. Этот рак поддается лечению лишь в 5% случаев. Несмотря на это, врачи актрисы дают пациентке положительные прогнозы. Цитата: «Форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать». Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется Кейтруда. Это таблетки, противоопухолевое средство. Именно так рассказал врач, который не пожелал называть своего имени. Стоит ли говорить о том, что на пути к выздоровлению Насте пришлось пройти немало? Актриса перенесла несколько операций. В самом начале удалили опухоль, но после удаления появилась вторая опухоль – вторичная глиобластома. Удалили и ее. К счастью, операция прошла успешно, и теперь идет поддерживающее лечение. Пока Заворотнюк еще слаба, она бледная и иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. В связи с коронавирусом введены повышенные требования к соблюдению чистоты и дезинфекции. Такая серьезная терапия не могла не отразиться и на внешности прекрасной няни. Она, безусловно, изменилась. Появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они уже отросли. Физкультурой пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у актрисы нет. Она предпочитает читать книги. Врач говорит, что у нее большой шанс на выздоровление. Но пока об этом говорить еще рано. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Но надеемся, этого не случится. Если вам нравится Анастасия, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!